это видео о том, как меня бомбит. Вот посмотрите на знаки. Главная дорога. Я еду по главной дороге, она уходит направо, я еду направо. У меня включен поворотник. Еду, никого не трогаю. Смотрю перед собой вот на эту штуку, которая везет цемент или, не знаю, муку. Не смотрю даже как-то налево, потому что, ну, я по главной дороге ж еду, я же знаю. И тут, короче, такой сигнал. Я поворачиваю голову, на меня смотрит какой-то бородатый хрен с таким взглядом, как будто ты какого хера тут делаешь? Я ведь поворачиваю. Ты вообще как тут вообще нарисовался, типа? А я такой еду и не пойму, думаю, как? Блин, в голове знаки все вроде, блин, по главной дороге же еду. И так постоянно. Не уступают. Подлазят, не знаю, там, со всей массы едешь вровень, обогнать постоянно пытаются. Я не знаю, или такая машина маленькая, что ее не замечают. Или вообще не считают это за машину. А человека, который за рулем такой машины, и за человека не считать можно, да? Был бы я на УАЗе, это я вот уверен 100%, он бы даже не тронулся с того перекрестка. Не стал бы подлазить, потому что это я замечаю. УАЗик вообще боятся подъезжать близко. А тут просто какая-то вообще, я не понимаю вообще, что с людьми. Не знаю, из-за того, что на каком-то железном корыте ты там большом, маленьком едешь от этого, что, человек меняется или что? Я вот не могу понять, что с людьми. Как вообще вот это объяснить? Все одинаковые на дороге. Блин, может я какой-то, не знаю, отсталый что ли, или что? Я что-то не понимаю, я не врубаюсь вообще, что происходит в этом мире. Я хоть иногда и нарушаю, но, блин, я, короче, не знаю. Не будьте такими.